Всем привет! Сегодня мы едем первый раз на Тихий океан, Pacific Ocean. Это находится в Вашингтоне. Я потом сделаю на карте скрин, посмотрите, где это. Будем ехать 2 часа на машине. Название города Ocean Shores. Мы выезжаем сейчас 11 часов утра. Где-то через пару часов будем там. Что, поехали вместе? Такие вот деревья черные, очень много здесь находятся. Такой мост проезжаем сейчас. Маленькие домики интересные, некоторые есть прям даже уже заброшенные, говорит Дональд. Много людей здесь живут и мало денег, не могут делать ремонты, вот, вот так издалека. Вот. На видео оно как бы красиво, а в натуре там оно не все хорошие дома, есть такие уже, вот старый, зеленый. Не отремонтированные дома. Название города Окуем. Я однажды рассказываю, заменить одну букву и будет плохое слово. Нынешняя молодежь это слово применяет, когда там типа что-то обалденное, только охрененное. Ой, как надо название города Окуем. Вот мы уже едем, осталось 18 миль, чтобы доехать до этого Ocean Shores, около 32 километров. А там полиция что-то остановила машины, и мы стоим, ждем, можно сказать, не едем. Наверное, была здесь или авария. Потому что это скорая помощь. И вот еще эти все полицейские. Амбулатории. Там мы едем вдоль побережья Оушена, океана. Вот это все кемпинги, эти мотохомы. Люди едут с отдыха. Вот это ж накануне было 3 дня. Ага. 3 дня выходных. И все семьи уезжали на уикенды. Вот это гляньте, что делается. Трейлер, моторхом, трейлер. Ага, возвращаются все домой после выходных. Ужас, какая длинная дорога с этими трейлерами, мотохомами. Трейлер, big fifth wheel trailer. Народ отдыхал. Almost done. Almost here. Тут такие магазинчики небольшие уже проехали, там все продается для плавания, всякие доски, костюмы, гидрокостюмы. Ух ты, на прокат вот эти велосипеды. I'm first time see Pacific Ocean. Первый раз вижу Тихий океан. Вот какие волны. Да, не хватает солнышка, зонтиков и купальника. I say I don't have umbrella and swimsuit and swim.
активнее там. Люди уже заходят в море одеты, я сейчас покажу. Вау, холодно, ветер, такие волны. Вот это вот люди подъезжают все посмотреть на Pacific Ocean. Змеи летают. Вот это вот так надо утеплиться, чтобы подойти к этому океану. Вот такая холодина. Вау, сейчас будем заходить в обуви в море, то есть в океан. О, девочка босиком пошла. Ну вот мы уже идем по мокрому песку. Ой-ой-ой, что ж делать? Хочется искупаться. На такое большое расстояние заходит тонкий слой воды. Вот там большие волны. Если на Черном море прямо возле берега вот такие вот клубки волн, то здесь они заходят так плавненько, тоненько. Прыгает. Ждет. Вода заходит. Тонким слоем прям заходит вода. Вот, подходит волна чуть побольше. Я сейчас хотя бы вступлю в нее, что ли. Наступаю на волны. Вот, подходит вода, 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 вода. Я уже искупалась в Тихом океане. Дональд пробует воду. Варм, говорит, теплая вода. Мне на ногу брызнуло, так не сильно почувствовала. Ну, холодненько чуть-чуть слышу, но не знаю, а что, и правда ноги окунуть в воду. Хожу по водичке. Вот волна на далеком расстоянии. Смотрите, такой берег большущий. Ой, меня затапливает. О, гляньте, как красиво идет волна. Тоненько я убегаю уже от нее. Убегаю, убегаю, убегаю. Такой пологий вот это вот берег пологий. И на большое расстояние видно, аж туда волны заходят. Такой мокрый песок. Иногда. Ага. Well, the fun part is when you have a swimsuit and you go out there and swim. Who swim? You, if you have swimsuit. I have. When warm outside? Yeah, right now. Right now. Oh no, I don't want now swimsuit и swimming. Я говорю, не хочу я сейчас одевать купальник и плавать. Вон там такие волночки подходят большущие. И чайки летают такие точно, как у нас. Убегает от воды. I want ask cold water. It's cold. It's cold? Cold. She can say? Huh? She can say me. Reiki, are you cold? Reiki, tell. Yes? No? Don't cold for you? They are much tougher. She's been telling you. Ой, играется девочка, говорит, не холодно мне. Very dangerous, lot of far. Вау, кому не холодно, и кто готов искупаться, даже в одежде. Вон мальчик раздетый заходит в воду, наверное, хочет искупаться. Девочка бежит, одетая по воде. Hello, everybody. I will watch over your back for waves coming in. Да, waves. Вот такой он океан большущий. Go ahead. Really? Wait a minute. Wait a minute. What's this? Never mind. It went away. Maybe it's. It's okay. Quickly. I check. Seagulls. Такие чайки большущие, гляньте. Вообще. Сейчас я к ним подойду.
вода теплая очень, потому что тонкий слой воды. Туда дальше стало заходить уже прохладнее, он собачки такие гуляют. Чем глубже, тем холоднее вода. Здесь на краю купалась я в Pacific Ocean. Можно ехать обратно. Еще две девочки заходят в воду. Вот какой-то Broken $10 называется. Что это за $10? It's in sea, in yes. Ocean. You can find them on the beach here, but most of them are round. The whole thing is there. В общем, это поломанное, оно должно быть круглое. Далеко можно идти, будет мелко. Только волны вот так вот выше колена будут захлёстывать. Вот такие волны будут. Чем ближе, тем меньше и меньше волна. Вон он, летающий. Запускаю бумажного змея. Думает змей, что умеет летать. Та-да-да-да-да-да-да. Это ж надо вспомнила песню такую. Рукобис. It's windy. Что делается? О, боже мой. В общем, на английском змей это kite. Kite can fly. Yes? Kites fly, yes. Я спела песню, я в облака запускали бумажного змея. Так, едем вдоль Оушена, Pacific Оушена. Музычка такая. Show me an open door. You go and slam it on me. I can't. О, сколько людей! Велосипед! Ну, тут почти все то же самое, только вот там сзади нас гора. Красивая зелень. Сейчас еще здесь испробую водичку. В этой части океана. Вот, вот такие здесь горы. Песочные, немножко леса, зелень. My friend, big seagull. А ну-ка, давай, полети, полети, полети. О, пробежалась. Ленивый, даже не хочет лететь. Убегает просто от меня. Вдоль океана плыть, нет, 2000 miles, 2000 миль, и попадешь на Гавайи. Одну песню пела Кариша, моя старшая дочка. А я хочу уехать на Гавайи, где водятся большие попугаи. Там финики мы будем все жевать, и фантики под пальмами играть. Вспомнила песню. Валюха, ты помнишь эту песню? Это ж ты там написала, по-моему, ее. Моя подруга. Она сейчас в Москве живет. Так что вот это еще и песню вспомнила про Гавайи. I tell you one history. Oh, you find. It's same dollar. Oh, same dollar. Старый какой-то. Sell one dollar. I want to tell you one story. Okay, go ahead. My daughter, when was little children, yes, and she sing her in song. Yes. I will now sing her in Russian, but okay. You can understand about. Okay. А я хочу уехать на Гавайи, где водятся большие попугаи. Мы финики там будем все жевать и фантики под пальмочкой играть. About. I sing song. You understand? No. Gawaii, you hear Gawaii. I want going
Португал не понял, потому что на русском Гавайи, English. Гавайи. Гавайи. I want to going to Гавайи. I'm quickly translate English son. I want going to Gawaii. Yes. Many people want to go to Gawaii. Вот такая clam shell. Razor clam. Идем сейчас в одно местечко перекусить немножко. Ну, такая небольшая кафешка. Сейчас тут что-то. По сэндвичу. Это сэндвич и френч-потейто.